Ну, со скважин вода сама по себе чистая идет. Сейчас качество воды вы знаете какое? Да. Ну, сейчас по качеству заслушаем. Николаевич, по качеству воды. По качеству воды можете сказать? Сейчас там. Мы когда выход какой, скажи? На данный момент выход идет 1,5 миллиграмма мута. И по цветности 15, 16, 18 по-разному. Ну, то есть выдаем пока норму. То есть вы считаете, что она нормальная питьевая, да? Ну, конечно, я не считаю, что но нормально. Она питьевая. По сапину 1,5 мутность, да, допустимая, и 20 цветность допустимая. Да. А качество от чего зависит? Качество? Помимо фильтрации. С крана. В квартире. Квартир, давайте я вам скажу так. С учетом того, что мы даже запустим отсюда чистую воду, промоем магистральные сети города, вопрос еще стоит о том, что внутриразводящие сети, вот внутридомовые. Вот это вопрос уже, конечно, это КСК СИ должен заниматься. Теперь еще один вопрос. Недавно вот в социальных сетях вышли проблемы о том, что Сарарка вот в некоторых домах слабо поступает. Напоры это к вам? Вообще, вопрос это 9-этажек. Мы уже обсуждали и писали. И там вопрос установки насосов. В данный момент, и мы, наверное, когда с 2021 года уже в тех условиях озвучивали, обязательно, что должен устанавливаться повышающий насос. Набираем стакан, вот вода качества. Почему было в городе такая вода? Надо было дома набрать тоже. Здесь 0,9 какой-то. Выпить можно, да? Конечно. Это не то, что мы набрали. Пожалуйста, можете сейчас приехать набрать, посмотреть. Но они берут у вас? Мы же всегда совместно отрабатываем эти дела. Совместно отбираем проб в начале года. И соответствие воды было 70-80%, то есть вода не соответствовала. Это когда? В начале года? Это в начале года. В 78%, марте, понимаете? Да, в первой половине года. Угу. Сейчас, когда еще работали старые фильтра. Да. По данным последним, вот в ноябре месяце мы отбирали, 35% проб не соответствует. То есть из 45 проб, 16 проб по санхим анализам было несоответствие. То есть уже уменьшение идет. Хорошее уменьшение. Да, и когда запустим, наверное, еще дополнительные 3 фильтра, уже будет в пределах нормы. Все технологии, конечно. Да. Коагуляционный цех, отстойники.